Тема нашего сегодняшнего выпуска еще несколько лет назад могла бы показаться названием главы из такой воображаемой книги «Занимательная биология». Сегодня оптогенетика предлагает совершенно иное. И здесь есть как бы вот в развитии инструментов оптогенетики два принципиальных пути. Свет выключаем, клетка тут же замолкает. То есть действительно очень надежный инструмент, просто как он-офф, как электрический свет. Здесь опять глубокая стимуляция мозга, то ее все используют, но никто толком не понимает, почему она помогает. Синищёков, Говорунова, они работают в Америке, они описали вот хлорный канал, который тоже очень эффективен для торможения клеток. Запрещено, но работать с ними можно. И, в общем-то, если мы применяем оптогенетику вот в исследовательских целях, чтобы понять... Ну, это как не медицина, да. Да, это тоже медицина. Конечно. Навязали светом, заставили гиппокамп работать вот в этом режиме 40 Гц. Что жизнь делает с людьми?